Игры, танцы и детские конкурсы. На площади Алания в Магасе прошло мероприятие, приуроченное ко Дню России. В развлекательную программу вошла анимационная площадка «Кто такие фиксики» с играми, танцами и песнями. Также для детей организовали конкурсы, мастер-класс по слаймам и пиратскую вечеринку. На площади собрались более сотни детей. Ребят по окончании мероприятия ждали сладкие подарки. В принципе, не только на День России проводят такие программы. Мы стараемся везде, где более-менее тематически сходятся такие вещи, проводить детские мероприятия, потому что в Магасе больше всего молодежи и очень много маленьких детей, у которых, по сути, нет никаких развлечений. И когда мы можем под любой праздник еще заодно провести и в любое детское мероприятие, мы с удовольствием это делаем.